Всем привет, друзья! С вами я, Игрок Адур. Сегодня я расскажу, как ездить на фургоне в мороженщике Ice Cream 3. Это очень просто, но для начала вы должны очень просто поставить лайк на мое видео. Я выйду через эту дверь, но вы поставьте за 3 секунды. Раз, два, три! Воу, какой лайкос быстро поставили, и он очень крутой. Короче, я забрал рогаточку. Вы просто повторяете то, что делаю я. Ссылка будет в описании на аутвита. Вы должны знать, что сделать. Скачать этот мод, и все. Очень просто. Так вот, мод давайте включим. Все, мороженщик, ты меня не видишь. Пошел ты вон, слышишь? Давай ты отсюда двигай задом, блин. Да какого фига? Да блин, вонючий мороженщик. Отлично. Смотрите, вы думаете, почему тут два фургона? Потому что на этом фургоне мы можем ездить. Пам! И поехали. Вау, просто фантастика какая-то. Мы можем его, смотрите, этого мороженщика. На! Блин, я хочу раздавить его. Но пока не получается. На самом деле это можно сделать. На! Да какого фига? Куда ты меня толкаешь? Слышь, чувак, ты давай не дури тут. Короче, смотрите, что мы можем еще сделать. Это вы заходите в род меню. Так, так, телепорт. Нет, не род меню. Ван меню. Пам! От третьего лица можем ездить на фургоне. Я только заметил эту, как бы, возможность в этом моде. Блин, я раздавить его не могу. Вы на самом деле должен раздавить. Какого фига вообще, что происходит? Не, ну, это, согласитесь, очень круто. От третьего лица ездить. Блин, ну это не фантастика ли? Пам! 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 Ну вы, наверное, поняли, да, что я хочу вам показать. Так. Ресет. Ага. Давайте мы выйдем. Давайте. Воу! Уху! Ё-моё! Нет! Мой фургон! Нет! Хеллоу! Садись! Так, я поехать не могу. Ну-ка, а если мы сделаем так? Бам! Офигеть! Бам! Где он? Воу! Офигеть! Вы это видели? Фантастика! Опа! Это что такое? Давайте выйдем. Пам! Ага! Не, ну это не замечательно ли? Блин, мой фургончик, он просто перевернулся. Конечно же, это не очень. Я хочу его вызвать еще раз. NPC Spawn Road 1. Подходим, нажимаем. Ну все, мы спокойненько можем ездить на самом-то деле. Посмотрите. Так, мороженщик, давай ты придешь сюда. Мороженщик, я вызываю тебя сюда. Я хочу, чтобы ты меня по... Воу! Нет! Нет! Я за ним полетел! Нет, нет! Он улетел вниз! Какого фига? О, только не это. Только не это. Мой фургон улетел просто вниз под карту. Да, офигенно. Что я могу сказать? А ну-ка, а за пределами карты я могу вызвать этот фургон? Да ладно, серьезно что ли? Я тут могу ездить еще? За пределами карты? Фантастика за фантастикой. Вы просто посмотрите. Японский кактус. Я просто езжу за пределами этой карты. Вау, вау и еще раз вау. Ну-ка, а как это выглядит, если мы сделаем так? Посмотрите просто, пожалуйста. Это, наверное, выглядит фантастически. Вот так вот встали. Назад сделали. Ван меню. Пам-пам. Yes. Вау. Выглядит это реально круто. То есть мы на этом фургоне можем ездить. Именно за пределами карты. Ну-ка, вперед. Давайте мы раздаем его, хотя тут барьер. Барьер. Бам, барьер, да? Окей. Ну, все понятно. А на этой местности все хорошо, значит. Так, сцена. Куда можно поехать? Стал, метро, стейшн, нейбор. Гейм овер, кстати, да. Ну, давайте мы поедем. Метро, стейшн, циркус, циркус. Опа. Что за свет такой странный, да? Смотри. Реально странный цвет. Ну, ладно, в принципе. Не страшно. Так, мы приехали. Смотрите, на циркусе.
На циркусе тоже очень много свободных мест. То есть мы можем его вызвать прямо тут. Пам. Супер. Сесть и поехать. Просто ездить, Карл. Кстати, один минус того, то, что мы ездим на фургоне, у нас управление слишком тяжелое. То есть мы очень так дальновидно поворачиваем. Очень так пассивно, да? Ну да. Так, ну-ка, вперед. Реально, мы ездим по цирку на фургоне. То есть мы по факту можем сделать тут концовку, типа, знаете, на фургоне едем. Так. Давайте завернем. И поставим наш фургон возле красной тачки. Мы его так вот красивенько припаркуем. Пам. Выходим. Пам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ау. Чувак, ты меня раздавил. Слышишь? Офигеть. На, это интересно, конечно. Наш фургон валяется тут. Не, реально круто. Так, мороженщик пошел за фургоном. Смотрите, он сейчас его толкнет. И этот фургончик улетит. Смотрите, смотрите, смотрите. Давай, 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 давай. Ага, фигушки тебе там. Короче. Так, кибер... А, давайте кибертрак. Спаун. Ага, на нем ездить мы не можем. Ну ладно. Это все понятно. Какие еще есть возможности тут? Телепорт. Ага. NPC. Опа, мороженщик толкает наш кибертрак. Вообще сдурел, да? Стак рот, ага. Все понятно. Game over scene. Опа. Вот это круто на самом-то деле. Посмотрите. Тут уже реально можно поставить фургон. Вот так вот, смотрите. Бам. Сесть. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я толкаю его как не знаю кого. Сделать от третьего лица. Бам. Смотрите, что с ним. Я хочу вылезти, и мой фургон улетает просто непонятно куда. Ну да, это очень странно. Реально очень странно. Так, я предлагаю сделать так. Смотрите. Так. 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 Два фургона, на котором из одного я могу ездить. Бам. Офигеть, фургончик просто улетает непонятно куда. Но это еще не все. Смотрите, что мы можем еще сделать. Мы должны поискать. Gravity, Time Sail, Ultimate Ammo. Бесконечно стрелять через пушку. А это меню. Точняк. Head. Шапка. А, это шапка того бомжа. Fishing Rod. Ага. Wooden. Опа, это что такое? Хорошо. Кстати, я хочу добыть себе пистолеты. Так, не то. Fire. Не то. Рот. Так, так, так. Лом, лопата. Key of the house. Circus key. Это что такое? Опа. Это ножницы. Ну ладно, ножницы окей. Crowbow. Не то. Электроган. Так, электроган, что он не этого, не понял. Ну ладно. Кеймап. Что? Часть карта сокровищ. А, карта сокровищ. Хорошо. Чуз, ботинки. Next. Смотрите. Лис. Чарли. Golden Fish. Офигеть. Fish. Вау, я предлагаю сделать так. Смотрите. Сэн. Стал. Поехали. Эй, что такое? Гараж. Эй. Game over scene на гараже. Что происходит? Станция метро не... Меня просто скинуло. Фантастика. Мы появились в гараже. Теперь я хочу сделать кое-что очень интересное. Смотрите. Морожка тут. Мы берем объект меню, не то. Item меню. Next. Golden fish. Забираем fish. Кстати, почему я не могу ее тронуть? А мы сделаем так. Хопа. Так. Не то. Не то. Подождите, а где наша удочка, да? Надо удочку найти тут. Так.
Так, сорока ски не то. А, не, ножницы не то. Кстати, вот она пушка. Почему-то она тогда не этовалась. Подожди. Я где-то находил удочку. Сейчас почему-то не могу найти. Вот она, удочка, забрали. Сейчас мы сделаем так. Смотрите. А, да? Ну, окей. Ты думаешь, меня обманешь? Не тут-то было. Я просто поеду в шопинг-центр. Ой, блин, смешной мод. Ты меня не обманешь, у меня уже есть удочка. И у нас сейчас должен быть тут Golden Fish. Если не будет, мы сейчас ее, эту игру обманем. Смотрите. Так, мы так устали. Golden Fish сюда телепортируем. Так, item. Golden Fish должен быть тут. Так, next. Golden Fish. Yes. Oh, yeah. Golden Fish у нас тут. Так, удочку мы кидаем. Не знаю, куда я ее поставил. Так, я сейчас забираю какую-то фиш, не знаю какую. Ладно, не то. Мы должны выловить все, весь фиш, да? Но мою удочку почему-то не видно. Странно. Очень странно. Кидай! Так. Опа. Давай, забираем. Каждую фиш должны сейчас вытащить. А, уплыло, все понятно. Оу, yeah. Я добыл наконец-таки золотую рыбу. Я ее не добывал никогда. Ну, как бы не снимал в видосах. Сейчас я хочу вам показать именно, как я добуду револьверы, да? Так, давай мы выходим. Вот так вот подходим сюда. Вот так вот вставляем сюда фишку. Бам! Почему-то она криво поставилась, я не знаю почему. Давайте мы на пути станем этого дурацкого... Этого? Ага. Ладно, окей. Давай, съешь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, не говорите то, что он не будет есть эту фиш. Я думаю, тебе просто так, что ли? Короче, все с ним понятно. Если это не работает, тогда мы сделаем так. У меня же есть item spawn. Подходим. Так, нужен какой ключ? Закрыто. Нужен тут ключ. А это меню. Home key, map key... Кей, опа, hello, пам, yes, револьверы, отлично, ну-ка, а если мы стрельнем в него? А, ему вообще все равно, ну ладно. Так, где наш любимый мороженщик? Ну-ка, давай двигаем задом сюда, двигаем задом сюда. Вообще ничего. Ну-ка, в голову получается? Да, в голову. Не, ну пистолеты реально крутые, согласитесь? Ну-ка, а если? Уху, прикол. Они прилепляются в... Опа, прилепляются, смотрите. Не, ну крутень, слушайте. Давай тебя стрельнем, а? Как ты думаешь? Ага, все понятно. Очень крутое, ребята, дополнение мод от Outvita. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. С вами был я, Игрок Адор. Всем удачи, всем спасибо, всего хорошего. Делайте добро, не делайте зла. Всем пока.